Это здание в Петрозаводске появилось совсем недавно. Когда заходишь в него, то кажется, что это какой-то дворец. И это действительно так. Дворец книги. Осмотр его мы начнем с книгохранилища. Сюда из старого здания перенесено 900 тысяч томов. По этому лифту книги поступают в читальный зал. Это вестибюль библиотеки. В трех залах могут заниматься сразу 300 читателей. Заместитель министра культуры Карельской ССР Монасов поздравил читателей с замечательным подарком. 27 мая состоялось торжественное открытие Государственной публичной библиотеки.